Так, кто у нас сидит на яйцах? На яйцах у нас сидит две курочки. Ага. Банан сейчас вон с малышами. Ой, ты мои хорошие. Почему-то яйца у нас эти не вылупляются. По всей видимости, они совершенно непригодные. На, ой, ты мои сладкие. На, ой. Так, на, папа, папа, лови. Папа молодец. Ну, ребята, всем не достанется, что же делать? На. Вот, молодцы. Вот, молодцы. А теперь я немножечко поближе покажу. Вон, посмотрите, какие маленькие-маленькие пеликашки. Спасибо, ты показываешь лицо. Молодцы, не надо, ругаться не надо. Да, давайте посмотрим. У нас совсем непригодны. Вон они, посмотрите, маленькие, они совсем... Все сроки прошли, они и не бросают, и сидят до сих пор. Чудесные маленькие пеликашки, они совсем другого цвета, вырастут они. Потом у них останется такой, да, подперение немножечко будет темненькое, серое. Да, серое будет. А, да, а потом... Почти до 2 лет, а потом уже, когда станут половозрелые, они станут ярко-розовые. Чудесные малыши, чудесные.